Не продохнуть. Судя по прогнозам синоптиков, завтра страна превратится в паровую баню. В отдельных регионах ожидаются ливни с грозами. На юге температура повысится до 30 с плюсом. Солнце слезы высушит. Влажность подскочит до небес. Атмосферное давление существенно не изменится. Американскую Южную Каролину охватили лесные пожары. Пламя быстро расползлось и настигло жилые дома. 40 построек сгорели дотла. Один человек скончался. В округе Империал экстренно эвакуируют население. На борьбу со стихией отправились около 130 спасателей. Тем временем по Одесской области Украины промчался смерч. Местные сняли опасное явление на видео. Стремительный воздушный вихрь двигался по полю. Торнадо подняло в воздух столб пыли и мелкого мусора. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Сильные дожди спровоцировали массивный оползень в районе города Дарджилинг в Западной Бенгалии. Обвал повредил участок главной дороги в предгорьях Гималаев. Транспорт стал в пробке. Обошлось без жертв. Завтра утром будет переменная облачность без осадков. Подует южный ветер. После полудня синоптики предрекают небольшой дождь. Вероятность грозы 80%. Порывы усилятся до 11 метров в секунду. Небо расплачется и вечером. Днем потеплеет до 28 с плюсом. Ночью до 20 выше 0.